В общем-то, ребят, всем привет. Сегодня утром, проснувшись, я увидел ссылку в скайпе. Мне один товарищ скинул ссылку на эту игру. В общем-то, лютая наркомания, серьезно. Это, конечно же, конкурс Lunium Dare 28, правда. Но это старенькая игрушка. В общем-то, но лютая наркомания. Я даже не знаю, почему я ее упустил. Вот как я это сделал, я просто не представляю. В общем-то, называется она You Only Get One. У тебя есть всего одно... Звучит пошло. Ладно, в общем-то, челлендж нынешнего дня. Что-то я упустил. Окей. Хорошо, что так, хорошо. Слить вампира, хорошо. Так, чем я буду его сливать? Пожалуй, огурцом. Пожалуй, огурец это... Хорошо. Огурец в апельсин просто. Что происходит? Я не знаю. Огурцом в ребенка, все хорошо. Успокоить плачущего ребенка огурцом. Все хорошо. Да, давай еще раунд сыграем. Я же не из простых ребят, я же привык к челленджам. К вызовам. Так, хорошо. Злой бык, хорошо что-то приготовить. Так, чем я это буду делать? Хорошо. Злой бык. Приготовить что-то, Стеф, ладно. Чем можно... Котенок! Котенок может вполне себе успокоить. Ой, как больно котенку-то. Все хорошо, ребят. Так, ну давай. Бедняга. Да, я только что свалил котенка. Ну, котенок против вампира плохо работает, походу. Я не знаю, как они вообще придумали эту игру, боже мой. У меня такое очень редко бывает, вот прям так... Прям такая реакция на такие игры. Я как бы люблю инди-игры. Они такие всякие необычные, своеобразные. О, боже мой. Так, сдобыть огонь, успокоить ребенка и... Слей это... Боже мой, слей. Это же не слить, ладно. Так, развести огонь. Чем я могу его развести? Ножницами, сюрикеном, помидором? Помидором? Сюрикеном, ну... Хорошо. Ну давай, потушить огонь, потушить, боже мой, слейм, развести, потушить. Ой, боже мой, бедняга ребенок, извини, сюрикен. Ну зато вампиры хорошо работают. О, я убил вампира. Ну хорошо, тут нужно выбирать такой, знаете, универсальный способ, чем можно все делать. Хорошо, я понял эту игру, я понял логику этой игры. Я понял ее. Повернуть, окей, в общем. Так, что у нас есть? Так, чем можно потушить огонь? Айфон. Пусть будет айфон. Правда, не похоже на айфон, но думаю, нормально все. Так. Ну как ты потушишься? Нет, не потушишься. Хорошо. Ну ты за ребенка, если тебя кинуть, просто планшет какой-то, то все хорошо. Ну, правда, это вот не сработало. Нужно палочку под это самое. 19 очков, по-моему, это мой рекорд на самом деле. Хорошо, что у нас теперь? Ну давай. Боже мой, брызнуть апельсином? Ладно, чем я это сделаю, интересно? О, боже мой. Топором. Давайте топором. Давай. Оп. А почему ты? Нет, как-то им плохо работает эта штука. Как-то... Зато быка я... 20 очков, ребят. Я просто улучшаю свои результаты. 20 очков. О, боже мой. Как написано в описании, то, что максимально 30 очков. Боже мой. Ладно. Боже мой, не ангер, боже мой. Не злой бык, боже мой, разозлить быка. Что-то тут я как-то путаю. Так, универсальное средство. Огурец я пробовал, котенка я пробовал. Красная шапка, возможно, будет работать или нет. Или томат, возможно, котенок. Нет, ладно. Попробуем все-таки топорик еще раз. Топорик. Ну, быка у нас получилось, да. У нас быка получилось разозлить так хорошо. Хоп. Вот. Как ты должен работать? Ты мне объясни. Я вот не понимаю, как она работает. Сейчас, конечно, в ребенка летит топорик. И, конечно же, это все... О, боже, хотя это, по всей видимости, китайский ребенок, а их и так много. Хотя нет, дети это хорошо, ребят, на самом деле. Дети это хорошо. Окей. По-моему, это уже просто зацикленная какая-то штука, и все. Ничего нового не происходит. Ладно, хорошо. Успокоить ребенка. Убить вампира и потушить огонь.
Универсальное средство. Чего боится вампир? Как можно потушить? Ладно, котенок. Мне кажется, котенком потушить огонь у тебя плохо. Да ладно тебе, ты почему плачешь-то? У тебя котенок есть. Вампир не умирает от котенка. Хорошо, я это уже понял. И огонь тушить с котенком. Прям как-то жалко, что ли. Ну ладно. Спасибо тебе. Спасибо тебе, тот человек, который мне скинул эту штуку. Я знаю, что ты посмотришь это видео. В общем-то, спасибо тебе на этом большое. Ребят, игрушка наркоманская просто... Просто до невообразимости. Воображимости. Необразимости. До невообразимости. Советую с нее играть, я думаю, даже не знаю. Ну, попробуйте, возможно, вы получите 30 очков. Напишите в комментариях, что вы для этого сделали. Вот, а на этом, собственно, у меня все. Также всем советую заходить на сайт с конкурса Lunium Dear. Там очень много интересных игр, таких вот, необычных. Правда, бывает жуткая наркомания, типа этой, но нормально, ребят. Все хорошо, это инди-игры, это возможно. Вот. А на этом у меня все. Всем спасибо, до скорых встреч. Всем пока.